Для тех, кто думает, что президент Байден не заинтересован в том, чтобы помогать Украине, вот еще один пример того, когда Конгресс, который контролируется республиканской фракцией, не выделяет деньги, которые сейчас нужны срочно для помощи Украине. И мы видим, что начинается уже циркуляция этой discharge petition, начинают собирать подписи, потому что идут в обход спикера. Тем не менее, президент Байден продолжает искать способы помогать Украине. Ищем, скребем по сусекам, и когда находим, это действительно какие-то бухгалтерские уже, так сказать, почти что погрешности, которые выражаются этими 300 миллионами долларов, которые будут использованы на то, что срочно нужно, чтобы помочь Украине еще несколько недель. Это невероятный кризис, который ставит, проверяет американский авторитет. И поэтому мы сейчас будем наблюдать, что будет происходить по этому поводу в Палате представителей. Но вот когда есть деньги, как их показывают, потому что иногда говорят, что есть какие-то другие средства, которые не используются, которые скрываются, которые доказывают каким-то образом, что Байден не заинтересован в победе Украины. Вот нашли деньги, вот 300 миллионов долларов, они делают официальное заявление, их посылают. Это первые деньги с 31 декабря, кажется, прошлого года. И вот, вот это все открытым текстом подается. Это все делается еще для того, чтобы, конечно, напомнить то, что нужно проголосовать за и поддержать помощь Украине в Палате представителей. Но мы сейчас готовимся к какому-то историческому моменту, когда Конгресс, кажется, научится функционировать в обход спикера. Это просто, знаете, просто вот дерево, когда, или растение, когда вот блокируется, и нужно расти вокруг этого, потому что есть целый ряд законопроектов, для которых, видимо, придется проблемы, которые придется решать, если их нельзя отложить до после выборов, когда ожидается, республиканцы потеряют свое преимущество в Палате представителей, то до тех пор, то, значит, нужно будет это делать в обход спикера, включая, начиная с помощи Украины. Пане Юрію, от стосовно цього, а яка ймовірність, от що знайдеться? Я правильно розумію, що треба 218 голосів, так, набрати, щоб було проголосовано це рішення. При цьому 213 в Палаті представників складають демократи. Треба лише 5 знайти республіканців голосів. Яка ймовірність, що ці голоси будуть знайдено, щоб пакет цей був проголосований в обхід спікера Джонсона? Это вопрос, потому что, с одной стороны, мы видим необходимость этой помощи, необходимость их голосов, а с другой стороны, мы видим невероятный страх перед Дональдом Трампом, который контролирует их организацию партийную, республиканскую партию. Потому что, если бы они голосовали по совести, то вопросов нет. Они даже проголосуют, скорее всего, многие из них за то, чтобы поддержать Украину. Но дать вот свою подпись в обход своего спикера, выйти один на один с таким образом с президентом Трампом, надежда на тех, которых собираются уходить в отставку. Потому что их достаточное количество, потому что серьезные республиканцы покидают Конгресс, потому что они говорят, мы сюда пришли делом заниматься, а нам не дают этого делать. И, возможно, эти люди дадут те необходимые республиканские голоса. Было подозрение, что у демократов не найдутся все голоса, все 213, как вы правильно сказали. Но пока что мы слышим о том, что все собираются или почти все будут подписывать, потому что даже те либеральные демократы, у которых есть вопросы к Израилю, и таких, кстати, количество растет, говорят о том, что они подпишут эту петицию, чтобы она была поставлена на рассмотрение, а потом, возможно, нужна будет какая-то уже другая коалиция, которая примет в участие то, что больше республиканцев проголосуют, чем подпишут, и меньше демократов проголосуют, чем подписали петицию. Ну, станом я зараз стежу онлайн за кількістю, начебто вже 84 підписи є під цією петицією. І ще, до речі, один республіканець наступного тижня збирається теж скласти свої повноваження. І так їх залишиться 218. Скажіть, будь ласка, ще такий момент, пане Юрію. От я подивився на те, що Пентагон представив проект бюджету на наступний, на 2025 вже фінансовий рік,
він складає 850 мільярдів доларів. Так, це ну майже та ж сума, як була цьогоріч, але там. Станом на зараз в цьому проєкті бюджету на військову підтримку України планують виділити лише 300 мільйонів доларів. В одних джерелах пишуть 300, в інших знайшов 450. Як це розуміти? Это та же сумма, которая, если не ошибаюсь, была выделена в предыдущем бюджете. Расходы для Украины не идут через военный бюджет, они идут как supplemental, как дополнительная сумма. Поэтому все эти десятки миллиардов долларов, которые требуются, 60 миллиардов, это отдельный законопроект, который требует отдельного голосования, а это просто на поддержание наших замечательных войск. Потому что нужно... Это как, я рад, что... видеть, что эта сумма большая, интересно, что и будет посмотреть глубже, из чего она состоит, и в конце концов, если попытаются ее увеличить, кто ее будет увеличивать, будут ли требовать республиканцы теперь, поскольку они изоляционисты открытые, будут ли они требовать уменьшения военного бюджета. Это может быть очень интересное такое направление, или куда бы они хотели бы направить эти деньги военного бюджета. Так что это вот такое, это еще будет прорабатываться, но пока на данный момент те деньги, которые заложены в военный бюджет, это небольшая лишь сумма, так же, как и в предыдущих бюджетах, в этом нет ничего, как бы тут нечего нервничать, это просто отдельная сумма денег, которая должна пройти для помощи, как помощь Украине, Израилю, Тайваню и, возможно, даже нашей южной границе. Поки що не треба шукати тут зраду, так, як дуже часто ну, доводиться це робити. І в Україні так само, до речі, це відбувається. Пане Юрій, скажіть ще, будь ласка, тоді такий момент. Ви сказали, що ну, от цих 300 мільйонів, які зараз виділяють Сполучені Штати, це, бодай, ну, якісь гроші, щоб протриматись кілька тижнів. От оці кілька тижнів, про які ви сказали, що це означає? Ви сподіваєтесь, що за кілька тижнів може бути проголосовано основний оцей пакет допомоги, чи... Ну і чи може, чи буде його, на вашу думку, все ж таки проголосовано? Коли? Это зависит от спикера, потому что спикер, мы знаем, действует под указаниями Трампа. Трамп сказал через Орбана, что он ни цента Украине не даст, когда станет президентом. И он уже контролирует республиканскую партию. Соответственно, они стараются затянуть и не платить. Это то, что делает Трамп всю свою жизнь. Затянуть и не платить. Поэтому ожидать того, что они поведут себя по-другому, нереалистично. Поэтому и двигается вперед. Это discharge petition, собирающие голоса. Но есть законопроект республиканский, который надеется на то, что Дональду Трампу, может, он понравится. Потому что Дональд Трамп же сказал, что мы не хотим помогать бесплатно. Ну хорошо, давайте тогда это сделаем взаймы. Военную помощь дадим бесплатно, а гуманитарную помощь дадим взаймы. И посмотрим, потому что Джонсон, по идее, может сказать, ну хорошо, это компромисс. Но из того, что мы видим, он будет просто затягивать, а потом не платить. Поэтому discharge petition – это единственный сейчас, да я не единственный, это выглядит как самый реальный путь вперед. Это та катастрофическая ситуация, в которой мы оказались как демократия. И нам нужно сейчас доказать всем и себе в первую очередь, что мы можем функционировать как демократия, что нам не нужен диктатор для того, чтобы решить наши проблемы. Как мы сейчас будем это решать демократически? Это невероятно интересное время, в котором мы живем. Тоді останній момент, пане Юрію, коротенько, якщо можна, бо просто я дивлюся ще по цьому голосуванню, по збору підписів, так, що начебто оця петиція, під якою сьогодні збирають підписи, це одна історія, але є ще одна петиція от Брайана Фіцпатріка, так, який так само, ну, висловлював ініціативу розпочати збір підписів в обхід спікера Джонсона ще раніше. Тобто, я правильно розумію, що є два таких документа, і якщо так, то відповідно, чи ну не посіє це якогось, ну чи не розсіє це увагу, скажімо так, між одним документом і іншим, чи не сприяє це тому, що ну ні під одним зібрано не буде, ні під іншим, оскільки люди будуть плутатись банально. В принципе, да, это выбор, что мы должны проголосовать, мы должны принять эту помощь, протащить, она должна пройти
это голосование либо таким образом, либо другим образом. Либо это делается таким образом, который наиболее позорный для спикера. Но, как мы видим, спикера Джонсона, у него нет ни стыда, ни совести. Это его, как трамписта, он, у него как бы в другом месте его болевые точки. И просто вот либо он решится, что он, ну, он, скорее всего, будет затягивать, а потом пройдет discharge petition, потому что ждать будет дальше невозможно. Это невероятно, потому что в год выборов мы обычно не видим, чтобы наши политики были готовы работать так вместе. Но когда, видимо, ситуация того требует, они готовы к этому, просто сейчас вопрос, сколько еще удастся затянуть спикеру. И мы видим у нас на примере нашего штата Висконсин. У нас долго пытались пробить, вернуть обратно границы округов, чтобы они более двухпартийные были. И когда республиканцы почувствовали, что они могут проиграть, они договорились. И вот когда спикер почувствует, что он может проиграть и будет достаточно подписей, что он тогда сделает? Он договорится или он просто даст этой системе работать в обход него как спикера? Будемо дивитись, будемо чекати, що нам залишається робити тут в Україні точно. Дякую, пане Юрію, за розмову. Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт».